для выступления приглашается Алла Прокофьевна Трепицына, член-корреспондент. Извините, пожалуйста, у нас Алла Прокофьевна уже академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что успешное развитие любой страны, любого общества зависит от того, каково качество образования в этой стране. И поэтому не случайно, что во всех странах уделяется огромное внимание тому, каким образом подготовить современного учителя, каким образом поддерживать его квалификацию на протяжении всей его трудовой деятельности. И здесь чрезвычайно важно отметить, что задумываясь над тем, какие ресурсы надо использовать в масштабе страны для того, чтобы повысить качество образования населения, правительство разных стран проводило различные исследования. Так вот, по результатам многочисленных международных исследований было установлено, что качество системы образования не может быть выше качества работающих в ней учителей. И ни один другой фактор, ни объем средств, вкладываемых в образование, ни размер страны, ни показатели равенства образовательных возможностей не дают такой жесткой корреляции с качеством результатов учащихся, как качество преподавательских кадров. Сегодня эта задача о том, как же готовить современного учителя и как поддерживать его профессионализм на протяжении трудовой деятельности, стоит особенно остро, потому что чрезвычайно усложняется связь учитель и мир. Учитель должен готовить своих воспитанников к жизни в том обществе, о котором он сам еще не имеет четких представлений. Слишком быстро меняется окружающая действительность, и темпы этих изменений только нарастают. Сегодня мы живем в условиях неопределенности будущего, где мы являемся свидетелями динамичного изменения жизни, мы являемся свидетелями развития новых информационных технологий и средств связи, мы видим, как изменяются каноны культуры, как появляются новые культурные типы личности и многое другое. Но все эти изменения, естественно, вызывают и формулировку новых требований, которые предъявляются к профессиональной деятельности учителя. При этом можно отметить своеобразный парадокс, потому что вроде бы престиж профессии учителя всеми признается, значимость его деятельности в обществе никем не оспаривается, но предъявляется ему слишком много требований, столь много требований, что ему может, как говорят некоторые исследователи, соответствует только святой, а не представитель массовой профессии. Значит, встает задача, а каким же образом все-таки сформулировать те требования к деятельности учителя, которые были бы реалистичны и в то же время реально помогли бы построить систему поддержки профессиональной деятельности учителя на протяжении его трудовой карьеры. С этой целью проводятся многочисленные исследования во всем мире. Вам, конечно, уважаемые коллеги, хорошо известны такие исследования, как международные исследования по вопросам преподавания и обучения ТАЛИС, как программа «Сабир-учитель», то есть системный подход к улучшению результатов образования, как сравнительные исследования математического образования в странах Северной Балтии, и, наконец, масштабное исследование, в котором большое участие принимала наша страна, это исследование по изучению систем педагогического образования и оценке качества подготовки будущих учителей математики для начальной и средней школы. Надо сказать, что и в нашей стране в последние годы проводятся масштабные исследования, которые посвящены проблеме выявления требований и оценки реализации этих требований в профессиональной деятельности учителя. Это оценка профессиональной компетентности учителей начальной школы, которая проводилась в 2013 году. Это попытка создать обобщенный портрет учителя истории в современной России, 2015 год. Это апробация инструментария для исследования компетенции учителей русского языка и математики, 2015 год. И, наконец, всероссийское комплексное исследование компетенции учителей русского языка, литературы и математики, которое проводилось в 2016 году. И
Вот, как уже говорил Михаил Юрьевич, в 17 году был начат новый исследовательский, я это подчеркиваю, исследовательский проект, который посвящен организации проведения мероприятий по уровневой оценке компетенции учителей русского языка и математики. Но цель проекта и задачи проекта Михаил Юрьевич уже демонстрировал на слайде. Но повторю только кратко, что чрезвычайно важно в ходе этого проекта было все-таки выявить связь между сформированностью компетенции учителей и теми данными, которые характеризуют контекст его реальной деятельности. Надо было выяснить вообще учителя, которые работают в школах, находящихся в трудных условиях, учителя, которые работают в гимназиях и лицеях, учителя, которые работают в сельских школах, они обладают одним и тем же набором компетенций или есть какие-то особенности? И насколько это соответствует тем реальным условиям, в которых учитель находится? Кроме того, необходимо было все-таки получить такие данные, которые бы позволили обосновать, каким же образом сегодня строить процесс повышения квалификации учителей и как можно использовать эти результаты для построения системы учительского роста в нашей стране. Совершенно очевидно, что для того, чтобы реформы, какие бы то ни было, или какие-либо нововведения оказали положительное влияние на ситуацию, необходимо, чтобы цели и ценности этих реформ и изменений понимали те, для кого они проводятся. Поэтому чрезвычайно важно разобраться в том, на каких теоретических, концептуальных основаниях базировались разработчики, создавая модель уровневой оценки компетенции учителей. Мы исходили из следующих. Я попытаюсь кратко обозначить основные позиции коллектива разработчиков. Итак, мы исходили из того, что в современном мире, так же, как и в предыдущие исторические периоды, профессиональная деятельность учителя характеризуется социокультурной обусловленностью. Это означает, что на каждом новом историческом периоде появляются в профессиональной деятельности учителя новые контексты, в которых он вынужден работать, у него появляются новые функции, новые роли и даже появляются новые педагогические специальности. Но при этом необходимо подчеркнуть, что во все времена остаются традиционные задачи, базовые задачи профессиональной деятельности учителя. Это поддержка ученика, это воспитание ученика, это обучение ученика, это содействие самоопределению ученика. Но содержательное наполнение этих задач постоянно меняется. Однако можно рассматривать профессиональную деятельность учителя как деятельность по решению профессиональных задач, которые меняются в связи с изменением социокультурных условий. Но сущность учительская все-таки остается. Надо сказать, что профессиональная деятельность учителя в педагогической научной литературе рассматривается с разных позиций. Доказывается важность личностных качеств учителя на успешность этой деятельности. Рассматриваются различные функции учителя, которым он должен реализовывать в своей профессиональной деятельности. Рассматривается компонентный состав этой деятельности и многое другое. Но разработчики остановились на позиции тех исследователей, которые обосновывают профессиональную педагогическую деятельность как деятельность по решению профессиональных педагогических задач. При этом решение профессиональных задач рассматривается как решение, которое направлено на достижение конкретной цели, поставленной конкретным учителем в конкретных обстоятельствах. Особенность тех задач профессиональных, с которыми сталкивается учитель, заключается в том, что они совсем не похожи на задачи по математике, физике, биологии и так далее. Это не академические задачи. Академические задачи, как правило, жестко сформулированы, причем сформулированы другим. Нам достаточно открыть любой задачник по любому предмету, неважно, начальной или высшей школы, и мы увидим, что там четко написано условие, четко сказано, что надо найти, то есть задача нам задана. И фактически у нас есть, или если нет, в случае затруднений, мы знаем, где найти ту информацию, которая необходима для решения академической задачи. Практическая задача совершенно иная. А во-первых, они не определены. Человек сам
должен определить эту задачу. Они нуждаются в том, чтобы сформулировать задачу, человек должен был бы сам. Они имеют несколько решений. И мы хорошо с вами знаем, что правильное педагогическое решение может иметь несколько вариантов. И выбор этого решения учителем зависит и от индивидуальных особенностей самого учителя, и от особенностей того класса, в котором он работает. Более того, решения, эти несколько решений, характеризуются еще и тем, что они имеют несколько развивающих контекстов. Одно дело дать урок в классе, где все ученики увлечены твоим предметом, другое дело дать урок в том классе, где, скажем, три ученика победители всероссийских олимпиад по предмету. Третий вариант – дать урок по той же самой теме, но в классе, где ученики абсолютно не заинтересованы твоим предметом или имеют колоссальные пробелы в знании. И поэтому мы обратились к тем моделям профессиональной деятельности, которые были разработаны в 70-х годах XX века. И вот в 70-х годах было выявлено несколько моделей. Причем все они говорили о том, что предметные знания, то есть знания предмета своей профессиональной деятельности, и предметные умения, то есть умения профессиональные, не охватывают полный диапазон тех характеристик деятельности человека, которые необходимы для успешной профессиональной деятельности. Предметные знания фиксируют то, что хорошо сегодня, но не обеспечивают готовность человека к системным изменениям, которые произойдут в будущем. И рассматривая эту ситуацию в 60-е годы, примерно параллельно со временем, когда появлялись эти модели профессиональной деятельности, американским лингвистом Ноаму Холмским было введено понятие компетентности. Это понятие, я понимаю, сейчас испытывает очень много критики и очень много ругает. Но прежде чем ругать, наверное, надо разобраться в сути этого понятия. И мы увидим, что на самом деле это понятие отражает стремление всей педагогической общественности не только работать над формированием знаний и умений, а содействовать формированию целостной личности. Итак, понятие компетентности было введено в научный оборот для обозначения присущей человеку способности к выполнению какой-то деятельности. А в работах английского психолога Джона Равена было доказано, что компетентность – это своеобразный многофункциональный пакет. Это знания, это умения, это отношения. И вот именно их совокупность и необходима каждому человеку не только для успешной, продуктивной, полноценной личной жизни, но и для реализации позиции активного гражданина и грамотного профессионала. Самое важное, что знания и умения, которые есть у человека, актуализируются у него тогда и только тогда, когда человек принимает и понимает те ценности и цели, которые перед ним стоят, как перед профессионалом. В русском языке, в отличие от английского языка, понятие компетентности и компетенции разводятся. Развести их можем следующим образом. В исследованиях доказано, что для любой успешной профессиональной деятельности нужно, чтобы человек владел тремя группами компетенций. Это когнитивная компетенция, то есть нужно что-то знать. Это функциональная компетенция, нужно что-то уметь. И это личностная компетенция, то есть нужно определенным образом относиться к тому, что ты делаешь. От этого отношения очень многое зависит. И вот образуя в своей совокупности эти компетенции, компетентность как интегральную характеристику личности профессионала. При этом важно, что они на самом деле никогда не проявляются отдельно друг от друга. А для каждого человека они имеют свою определенную конфигурацию, которая отражает его неповторимую индивидуальность как профессионала. И вот для нас это было чрезвычайно важно. Компетенции у каждого учителя сочетаются по-разному, и вот это сочетание и характеризует уникальность каждого учителя. Компетентность человека имеет ряд важнейших характеристик. Во-первых, она проявляется только в деятельности, только при решении задач. Во-вторых, ее важнейшая характеристика заключается в том, что огромную роль в
реализации своей компетентности профессиональной деятельности играют ценностно мотивационные характеристики личности. Компетентность характеризуется принципиальной незавершенностью. Она требует своего подтверждения каждый день, каждый час за счет самообразования, за счет накопления опыта, за счет того, что человек научается реагировать на изменившуюся социокультурную ситуацию. Наконец, компетенция характеризуется тем, что входящие в нее компетенции обладают свойством кумулятивности. У кого-то больше развита когнитивная, у кого-то больше развита функциональная, но они оба эти профессионалы, обладающие разными характеристиками той или другой компетенции, все-таки являются компетентными специалистами. И исходя из этих соображений, мы пришли к выводу, что если предложить учителю профессиональные задачи, то есть задачи профессиональной педагогической деятельности, то, анализируя решение этих задач, мы можем выявить а. когнитивную компетенцию, б. функциональную компетенцию и увидеть даже личностную компетенцию. Причем анализ этих трех компетенций позволит дать целостную характеристику учителя. И именно это было положено в разработку диагностической рамки. В исследованиях выделено разные совокупности, разные группы профессиональных задач современного учителя. И здесь мы обратились к профессиональному стандарту педагога, в котором выделены две трудовые функции. А трудовые функции – это не что иное, как обобщенная задача. И, исходя из этих трудовых функций, попытались выявить те профессиональные задачи, которые, ну, прежде всего, сегодня должен решать учитель, ориентируясь на этот профессиональный стандарт. Итак, эти задачи были предложены учителю, во-первых, для самостоятельного решения в течение недели в домашних условиях, при этом учитель не был ограничен в поисках или источников информации, он мог пользоваться чем угодно. Но поскольку компетентность проявляется все-таки в деятельности, было принято решение посмотреть, как учитель решает выбранную им задачу в реальной деятельности, то есть пронаблюдать поведение и деятельность учителя на уроке. Задачи, которые предлагались учителям, условно были разделены на три группы. Ясно, что в реальной жизни в одной профессиональной задаче и предмет, и методика преподавания, и психолого-педагогические знания образуют целостное единство. Но на сегодняшний день мы решили посмотреть, как можно охарактеризовать предметные знания учителя, как можно охарактеризовать знания методики преподавания предмета, и как может учитель использовать свой предмет для того, чтобы способствовать развитию, самоопределению, воспитанию ученика, то есть насколько он владеет знаниями современной педагогики и психологии. Поэтому были предложены три группы задач. Как же оценивались эти задачи и что же такое уровневая оценка компетенции? Вот здесь мы подходим к очень сложному моменту, на котором разработчики проекта настаивают. Мы убеждены, что компетентность и компетенции не могут иметь уровня. Это характеристика, отражающая индивидуальность учителя. Два учителя могут быть высококомпетентными людьми, при этом абсолютно разными. И нельзя, исходя из их индивидуальных особенностей, сказать, что у одного высокая компетентность, другого низкая. И потом, что значит низкая компетентность у учителя? Разве может учитель иметь низкую компетентность? Хотя надо сказать, что в современной литературе есть такие работы, которые считают низкой, то есть первый уровень компетентности – это можно работать, второй уровень компетентности – это высокий профессионал, третий уровень компетентности – это учитель-лидер. Сомнительно. Поэтому мы считаем, что когда речь идет об оценке компетенции учителя, то оценка представляет собой обоснованное, подчеркиваю это слово, обоснованное в соответствии с выдвинутыми критериями выражение положительного или отрицательного отношения к выполнению учителем требований, которые предъявляются сегодня к профессиональной деятельности. Другими словами, оцениванию подлежит действие учителя и результат его деятельности. Уровневая оценка отражает характеристику процесса и результата
решение задач. То есть уровневая оценка относится к результату решения учителем профессиональных задач. При этом в качестве первого уровня оценки были выделены те задачи, которые характеризуются умением учителя выполнить задачу профессиональной деятельности в заранее определенном условии, то есть типичной ситуации. Второй уровень характеризуется умением решать задачи в изменяющейся ситуации, которая отражает появление различных, незапланированных, реальных контекстов, новых условий, с которыми сталкивается учитель в повседневной своей деятельности. И, наконец, третий уровень характеризуется умением решать задачи профессиональной деятельности, когда учитель действует в ситуации неопределенности. И на этом позвольте мне закончить и передать слово коллеге, которая подробно расскажет о диагностическом инструментарии этих задач. Спасибо.